Пагубная привычка или болезнь? Почему летальность среди наркозависимых достигает 90%? Почему боли во время ломки сходны с болями онкобольных? Кому выгодны мифы о безопасности наркотиков? О жизни внутри ловушки поговорим с врачом-наркологом Эммой Роговой и психологом Александром Березовским. Смотрите программу «Звоните доктору» 22 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.